Наше дійство сьогодні посиділо главний бітлован і главний сексісовий парень. Главний сексісовий парень тусні. Спросимо у нього, як йому ця вечеруха? Отлично, хорошо. Очень-очень нравится. Одна маленька міць. Ось! Ось! Врубайтесь, хлопці! Ні! Ти давай мені інтелекта! Дай мені інтелекта! Сковороду мені дай! Відловив його, але не спіймав. Він дурний. Мікрофон, буду говорити. Тому що нас ще ожидає як мінімум 4 часа адського удару. І з рекламою вона називається Вілберіс. Наприклад! Спасибо группе Дилберис, похлопаем им. Сейчас мы выберем в этом зале людей, которые пришли в тематических костюмах. И можно выглядеть мерзко, это круто. Хорошо, ты все равно не выиграешь. Замечательный еще персонаж. Кто же это? Капитан Оргазма. Замечательный. Лично за отход. Пацаны за любовь. А я за отход. Тем и прекрасен мир. Сколько людей, столько мир. Стрелки. Главное красиво уйти, мне кажется. Это главное. Он уже ушел. Он уже ушел. Кто-то отмечает. Самое главное, чтобы у него не выросли рога. У этого человека. Если у него выросли рога, делай его табак. На уши! Это все вторично. Пацаны за любовь. Город у моря, Одесса, мама. Да, Стрейджекер. Для вас все выступят сейчас. Секс.
Давай лирик. Не можешь остановиться, ну как секс? Я музыканта не поеду. Как говорил Кузьма Прутков в рейхсхоле. А сейчас Poison Bar! Хочу вас пригласить на следующий концерт портала «Гранилеком», который состоится 13 ноября в клубе «Киев». Это будет презентация фильма с фестиваля «Украбили выбух 6». Это будет рок. А на презентации будут для вас выступать такие команды, как «Френо де Педалис». Для вас также будут играть такие команды, как «Ходозер Трио», а также «Аутер Спейс». Будем вас рады видеть 13 октября в клубе «Киев». На презентации фильма о фестивале «Украбили выбух номер 6».